Что вы слышали о новых требованиях налоговой службы России к своим гражданам, которые вот проживают за рубежом? Ничего не слышал. Не знаю. Я пенсионерка. Я думаю, меня это не касается, наверное. О налоговой службе? А что там конкретно? Ну, что, примерно, я не слышала. Вообще не слышала. Не знаю. Я слышал, что вначале обещали брать с каждых, так сказать, безработных 5000, а потом уже аппетиты поднялись и решили ограничиться пока 20000. А вообще, если говорить об этом, то это очередное путинское безумие. Вот. А слышали вы такое понятие, как валютный резидент? Валютный резидент? Это что, какой-нибудь аферист, что ли? Или человек, который внедренный? Я не знаю это. Я знаю валютный, а резидент это я не пойму. Представьте себе, если у вас Россия, как своего гражданина, бы обязала отчитываться о доходах, о налогах, о покупках, которые вы делаете здесь, на территории Эстонии. Стали бы вы вот отчитываться? Я думаю, не имеет это как бы смысла. Зачем я буду отчитываться? Смотря что. Ну, допустим, вы купили машину, и об этом надо отчитаться. Я думаю, это стандартно, везде бы отчитываются, как у нас в Эстонии. Если там отчитываются, тоже и здесь так же. Ну, я считаю, что это добровольное решение каждого. Ну, если они потребуют, ради бога, я им все сделаю, преподнесу, что у меня есть. Я не против, я сделаю. Я еще не безумец. Достаточно этого. То есть не стали бы? Никто, здравомыслящие люди, никто не будут заниматься этой глупостью.